Всем привет, с вами снова Эмп, и это продолжение игры Dark Sector. Это я прохождение делаю сразу после предыдущего, то есть сейчас именно ровно секунду с того момента, как я закончил предыдущее видео. Ну, ради того, чтобы по-быстренькому все это пролететь, чтобы мне... Короче, чтобы не по одному видео в неделю выкладывать, хотя бы по два. Мне что-то это не нравится. Так, шестое чувство подсказывает мне, что нужно идти наверх. Поэтому мы послушаемся его и пойдем направо. Здесь есть дым, газ. И, соответственно, если я сейчас... Понятно. Ладно. В общем, шестое чувство снова мне подсказывает, что нужно как-то вот это поджечь. Но так как у нас пока что нету зажигательной глефы, простите, семечко наелся, ой, то мы пока этот момент опустим. Лучше заберем вот эти рубли. Эх, 3000 рублей, еще бы 1700, и я смогу купить себе, либо мы с Ванзиком сможем купить себе вторую PlayStation. Кстати, да, на следующей неделе я покупаю, или Ванзик покупает, наверное, скорее Ванзик, потому что у него скоро день рождения. Я, наверное, сделаю ему подарок тем, что оставлю ему PlayStation 2. Ну, в общем, да, мы покупаем второй PlayStation. Я пытался, честно, записывать видео с эмуляторов второго PlayStation. Говнешно выводит, конечно, просто говнешно. Если эмулятор Dreamcast еще более-менее на что-то годен, то эмулятор плахи второй, то он для меня, в принципе, все, как говорится, закрыт и недействителен. Так, ну, вы, я так надеюсь, как и я, уже поняли, что нам вот этот вот огонек нужен для того, чтобы поджечь вот эту вот соплю черную. Хотел сказать зеленую, но нет, черную. У меня такого же цвета сопли, когда я ковыряю системники, а потом ковыряюсь в носу. Да. Тук-тук, я твой друг. Ай! Ай! Не надо. Электристам шутки плохи, дети. Никогда не тыкайте пальчиками в розетки. Ко взрослым это тоже относится, потому что некоторые взрослые также поступают. Да будет свет, сказал монтёр, и глефу запустил в газы. И черт, я слишком долго болтаю. И слишком много. И надо бежать быстрее. Хотя, в принципе, можно отсюда жахнуть. Эй, теперь бежим. Да бежим, я сказал. Почувствуй всю мощь темной стороны. Unlimited power! Спасибо. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Да нет, гасни, мне надо пройти вперед. А вот если бы у меня была бесконечная горящая глефа, было бы лучше. Что-то мне этот коридор вообще не нравится. Сначала заберем патроны. И на всякий случай возьмем дробовик. Жутковато, поэтому воспользуемся способностью и себе патрончиков. Я так и знал. Я так и знал. Ладно, по крайней мере, отсюда мы можем себе захватить огоньку. Ага, ну да. Черный соплюс опять висит на стене. Это, кажется, у большого монстра хороший такой насморк. Эй! Да я горячий парень! Почти что финский, только фамилия Хейден скорее... Ой, тут имя Хейден и... Блин, помню же фамилию у него, главного героя. У него, короче, японская фамилия, 100%. И только я зайду сейчас за угол, и я уже вижу, что там кто-то движется, на меня кто-то нападет. И там, кстати, что-то я... Да, что-то есть. Я никак не могу это выводить оттуда. Эть. Показалось, что кто-то движется, что ли? Ладно. Заберем улучшение времен холодной войны. Меткость снижает отдачу и разброс при стрельбе. Ну ладно, когда куплю автомат, если, конечно, куплю автомат, и он мне здесь вообще нужен будет,
Тогда поставлю меткость и останавливающую силу на него. Вот так и знал. Ты чё, еще один босс? Эй, я только пришел в это здание. Ну, это был уровень коротенький, да нельзя. Что ж, спасибо за просмотр, с вами был Вэмп. И встретимся в следующей части, ну, как только, правда, закончится клип.